Всем привет, с вами Юра Хомяков. Сегодня я вам, и не только сегодня, буду рассказывать, как делать колхоз тюнинг в игру Unity Bus Simulator. И начну я с того, что нам нужно спросить у автора исходник самого автобуса. Если он вам дал, вы можете потом переключиться на следующий урок. Тем, кто вам не дал или просто не нашли того автора, вам придется вытащить эту модель из GTA. Для начала вы скачаете сам автобус для GTA San Andreas. Я уже скачал это для AS5256.25/2006. У нас есть тут такие папочки. Открываем папку. Нет, папочки есть. Все. Скачиваем программу TXD Workshop. Это две, точнее три. Одна у меня есть уже на компьютере установлена. Все три программы будут в блокноте ссылки. Открываем программу. Заходим. Открылась наша программа. Нажимаем Open. Папку с автобусом. Модель. Открываем файл TXD. Открыли. Здесь появились текстуры. После этого нам будет нажать Export. Раз, два, три, четыре. Export L. Textures to Bit Maps. Нажимаем. Выбирайте рабочий стол, нажимайте ОК. Здесь появились файлы. Создаем новую папочку. Создали. Я ее создал. Все эти файлы поместил сюда. Закрываем нашу папку. После этого нам понадобится программа Smodeler 22. Открываем ее. Точнее, скачиваем, затем открываем. Появляется такое окошечко. Наша программа. Выбираем Software. Нажимаем ОК. Открылась наша программа. Нажимаем файл. Импорт. Выбираем файл с разрешением DFD. Здесь будет надпись, что этот файл заблокирован. Вам придется скачать программу. Сейчас. DFF Unlocker. Открываем. Появилась наша программа. Нажимаем файл. Open. DFF, затем Tools, команды, Crunch файл версия, RW34. Наш файл разблокировался. Теперь файл, Save. Наш файл сохранился. Открываем Smodeler версии 2.2. Файл. Импорт. Открываем наш файл. Видим, уже надписи тут не будет. Наш файл загружается. Наш файл загрузился. В этих двух окошечках будет сейчас автобус. Для удобности их можно потом растянуть. Но это ни к чему, мы здесь долго не задержимся. Все, это все, что нам нужно. Файл. Экспорт. Вводим файл с
Латвия. Один. Экспорт. Все. Открываем программу Zmodeler 3D. Открыли. Нажимаем файл. Экспорт. Ой, импорт, извините. А нет. Да, импорт. Нет, извините. Open. Стадию 1 открываю. Открыть. Здесь также для удобности растянуть окошечки можно. Здесь показаны все уроки пошагово. Вот такая вот надпись должна быть. Ждем, пока наш автобус загрузится. Я сейчас еще раз попробуем. Или перезапустим. Открылся наш автобус. Здесь тоже удалять. Можете, хотите удалить, и можете нет. Потом. Ой, и сейчас нажимаем файл. А сохранить как? Стадия 2. Сохранить. Все, наш файл сохранился. На этом я свою часть заканчу. В следующем мы перейдем в программу DIP. Она также будет ссылочка на программу в блокноте. Спасибо за внимание и желаю удачи.